Доброго времени суток, дорогие друзья. Ой, уже не знаю, сколько времени я не снимала влоги. Наверное, пару дней не снимала. Я даже не знаю, я в такой запаре. Я уже не помню, мне все смешалось, уже дни и все на свете. Сегодня друг Саши с Юлей принес вот такую рыбу. Они уезжают завтра. Смотрите, какая! Просто прелесть! Ой, это я тут приготовила, что я буду выносить. Они сейчас у родителей бустера. По-моему, так называется вот эта рыбка, да? Вот, целый ящичек получается. Вот такой он, правда, небольшой, но вообще. А я сегодня целый день наводила порядки. Ну, где я могла, там наводила по чуть-чуть. Еще надо посудку убрать. Не убрала. Помытая она не убрала. Немножко почистила кухню. У меня здесь немного перевоплощения на кухне. Появился у меня здесь стул. Это стулья с моего бывшего офиса. У меня же было агентство недвижимости. Эти стулья находились в гараже у сватов, и так как у меня это кресло уже такое бедненькое на ладан дышит, дочь меня спросила, говорит, может, я привезу тебе одно кресло, потому что, говорит, вдруг выйдет из строя, то потому что оно все скрипит, репит и так далее, вот это компьютерное кресло, но ему уже лет, я не знаю сколько, 15, около 20 лет этому креслу, вот тому, да и этому тоже. Вот, очень хорошо у меня теперь вот эта перестановка. Мне очень удобно за ней вот сидеть. У меня все под руками. Вот вы мне там спрашивали, говорили, там жалюсь и все на свете. У меня шторы есть на балконе. Но они мало помогают, когда светит сильное солнце. Но дочечка повесила мне штору, если вы помните, я покупала эти шторы, чтобы повесить на балконе. Но так как там все вот это грязное, все, мне что-то жалко стало вешать эти шторы на балкон. Пусть они уже до лучших времен здесь ждут. Уже лето перезимовало. Ой, перезимовала, пережила. Вот, доченька помыла мне все окна, перемыла. Столько много они мне помогли, молодцы. Я и не мечтала. У меня спросила одна подписчица, говорит, куда вы дели свой холодильник? Одна написала, что мой холодильник, типа, свет от окна закрывает. Я не знаю, каким образом закрывает свет от окна. Смотрите, если бы у меня с той стороны не стоял холодильник, значит, у меня бы стоял духовой шкаф. И, ну, вот это вот все, вот такое. Куда мне его ставить? Мне очень удобно там холодильник. Здесь получается раковина у меня, там еще мой обед непомытая тарелка. А здесь вот у меня духовой шкаф, все удобно, здесь помыл, все, рабочая панель, рабочая поверхность наоборот. Тут вот у меня здесь ведро мусорное, все мне очень удобно здесь. То, что вот шкаф, хоть и близко к стенке, ну, вот представляете, ну, я не знаю. Ну, короче, каждый сам делает себе, как считает нужным. Мне нравится так. Столько много света у меня здесь. Диванчик у меня теперь здесь, видите. Так все удобненько, прекрасненько. Вот, это вот. Воды нанесли, привезли, ну, когда ездили на природу, покупали. Так что у меня теперь вода есть еще. Но здесь у меня особых изменений никаких нету. Ну, эту перестановку вы тоже видели. Мои носки валяются, это с утра их одеваю. Ну, этот, как сняла, было жарко, так и бросила. Здесь я снимала тег. Вот. Там.
Новая безрукавочка. Здесь у меня носочки. Все под рукой. Все под рукой. Так, что я иду показывать вам сюда? Что мне тут дети навезли вчера? Смотрите, сколько мне привезли картошечки. Мне теперь хватит это надолго. Здесь лук. Здесь морковка. Морковь со свеклой. И здесь еще вот картофель с луком. Так что мне теперь хватит надолго. Нам сегодня обещает дождь, причем синоптики обещают уже МЧС, там 150 всяких разных смс-ок прислала о том, что ветер, а у нас на самом деле сегодня такой шквалистый ветер, просто деревья, вот сейчас я, конечно, не знаю, а днем деревья просто вообще мотылялись. Окна у меня старые, поэтому через окно не знаю, как вам будет видно. Но вот смотрите, сразу уже пожелтели у нас там мышка, по-моему. Деревья прям сразу. Ну, вот там вот видно, смотрите, какой ветер. Как задувает. У меня теперь душа не болит за кондиционер, за блок. И шумоизоляцию сделал. И все. Вот, так что я сегодня с утра выставила мастер-класс. Вчера, говорю же, практически целый день я вязала, снимала. Ой, у людей выходной, а у меня ни одного выходного нет. А сегодня до обеда выставляла мастер-класс, после обеда снимала тех на полтора часа. И уже, наверное, около полтора часа он у меня выставляется. Ну, я еще потом отредактировала его пока. А сейчас время, наверное, уже около 6, а то, может быть, и больше. И получается, что я целый день сегодня провела опять. Трудилась. Ну вот, так что, друзья мои, погодка шепчет. Где-то часов в 9... ну, как бы обещает дождь. Надо вот эту сетку уже оборвать. Вот. Транспорт Максика. Здесь дочь привезла маленькие вещи Максика. Отправим на донашивание. У меня родился очередной племянник. Четвертый уже, то есть моего родного брата. Внуки. Ой, племянник. Внучатый племянник, да? Нет. Как? А как сказать? Ну, короче, у моего родного брата родился четвертый внук. Кем он мне доводится, я не знаю. И вот Юля собрала маленькие вещи и привезла сюда. Ну, вот теперь прохладнушка. Они сейчас уедут. Я пару дней отдохну и буду наводить порядки на балконе. У меня там окно закрыто из-за того, что там, когда делал Саша, там оторвали вот эту специально, чтобы она не мешала. А здесь целый день у меня открыто. А сколько ж у нас здесь этот градусов на градуснике? Ну-ка. Градусов на градуснике 28. Ну, у нас тепло. 28. Дочечка помыла мне все окна. Прям вообще чистенько, хорошо. То я снизу там протру, а вверх не достаю же. Остановиться боюсь. Вот этой фигнюшкой мыли. Говорит Юля, ей неудобно. Всем привет. Мои детки поехали. На улице прошел дождь. Ветер. Ну, я бы не сказала, что очень холодно. Ну, конечно, небо уже осеннее, прохладно. Время сейчас 6:00. Ой, как тяжело прощаться. Душат меня слезы, но стараюсь не плакать. Вот. Поехали.
ехать им долго. Мне спрашивают, где они у меня живут. Они живут в Ивантеевке, Московской области. И от нас до Москвы 1200 километров. Им ехать почти сутки. Ну, допустим, если машина та, которая гонит, они обычно часов до 12-15 доезжают. Но так как с ребенком, они останавливаются часто, чтобы ну, не тяжело было, скажем так, да и покушать, и вообще. Вот, поэтому они едут часов 20. Вот. Пошла домой. Все время вам вечером показываю петунии. Сегодня, видите, дождик их примочил. Они такие красивенькие стоят. Ну, ветер телепает их, конечно. Ветер вообще. Но у меня в квартире тепло. Я закрыла балконные двери. Вернее, окна балконные. А двери и окна в комнату у меня открытые. И тепло. Смотрите, какая красивая поздняя розочка. Это вообще еловый какой-то кустик. Непонятно, что это такое. Ой, красивый здесь у нас уголочек прям, что называется. Ой, посмотрите, какая розочка. Бесподобно, еще такие капельки. Очень красиво. Там оранжевая. Здесь еще в бутонах вся стоит. Но уже осень, конечно. А, какие красавицы. Сейчас нет такой жары. Они ожили. Ой, ветер сильный. Сдует прям. Сегодня у меня на завтрак будет манная каша. У меня вот мерная рюмочка. Я этой рюмочкой всегда меряю, сколько мне манки добавлять на такое количество молока. И молоко у меня 3,2%. Я его разбавила еще дополнительно водой. Ну, как бы всегда так делаю. Вот. И сейчас она приготовится, я буду завтракать. Сейчас зашла на Яндекс, YouTube. И хочу ж посмотреть сейчас, пока там будет готовиться что-то новенькое. Смотрите, у меня здесь на главной странице, да, вот она главная, Олечка я первая есть. Я на нее подписана, написано, она выставила видео час назад. Захожу в подписки. Я 100% на нее подписана. Вот 100% я на нее подписана. Посмотрите, в подписках ее у меня нет. Это о чем говорит? О том, что опять слетели колокольчики. И опять нас не, многие не будут. Смотрите, у меня не даже. Не только колокольчики, даже подписка слетела. Можете себе представить? Вот тебе и пожалуйста. Возможно, у нее другой канал, но 24 подписчика, тысячи подписчиков. Вот посмотрите, что творится. Я просто не знаю, я удивляюсь. Честно. А потом мы думаем, почему у нас мало просмотров, подписчики не прибавляются и так далее. А, дорогие друзья, вы проверьте, пожалуйста, у себя, те, кто смотрит меня, допустим, не видит уведомления моих видео. Ну, что-то опять очередной раз, какие-то проблемы. На Ютубе, но у них, когда они устанавливают обновление, вот она появилась, Олечка первая. Я на нее очень давно подписана, все время смотрю. Надо проверить и других блогеров, потому что я думаю, может, они видео не выставляют, а оказывается-то они выставляют, а я просто уже на них не подписана. Можете себе представить? Вот так вот.
И, естественно, раз подписки слетели, уведомления нет, просмотра, соответственно, тоже нет. Вот так вот. И еще у меня одна проблема. Значит, я не могу у себя посмотреть видеоплеер. Мне там многие пишут, что вот на такой-то минуте там то-то, 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 не могу там или понять, или еще что-то, товарищи. Я уже, наверное, около месяца не могу посмотреть видеоплеер. Я не знаю, или у меня что-то с установками, или тоже на Ютубе что-то происходит. Ну вот он у меня абсолютно не показывает, стоит на месте, черный экран. Это только у меня, девочки-блогеры, у вас тоже так же или только у меня? Если только у меня, то тогда буду искать, что мне делать, буду задавать вопросы. А если у всех, то значит нужно ждать, когда исправят. Я не могу сейчас выставить рекламные паузы и так далее. Вот как бы сплошные проблемы, куда ни кинься. Где-то сделают хорошо, где-то опять какие-нибудь недостатки выползают. Вот так и мучаешься. Поэтому вы меня извините, там вы вот пишете, я вам ничего не могу, ничем не могу помочь, потому что я не могу просмотреть свои видео, чтобы вспомнить, где и что, тем более вот особенно мне там, если задаете вопросы по скатертям, или то, что я вязала там 4-5 лет назад, естественно, этого у меня уже давно в голове нет. И чтобы вам что-то подсказать, это мне нужно вспомнить. Поэтому, друзья мои, я бы с большим удовольствием, но не могу. Тем временем я уже засыпала манку. Смотрите, какая она у меня. Вот, ну, я люблю жиденькую. Когда есть свежий хлеб, я прям, ну, особенно там батон, либо корочка от горячего хлеба, это вообще... Я не знаю, это... мне не надо ничего другого. Очень люблю манную кашу. Прям ела бы ее все время. Мне нравится, вот когда я лежала в больнице, да, там привозили каши разные. Я их обожаю. Вот просто мне иногда утром лениво их готовить. А так я с удовольствием их кушаю. Мне нравятся все. И рисовая, и... Просто, как говорят, молочный суп вермишелевый, да, и разные сечки, и все. Я с удовольствием кушаю на завтрак. Ну, часто я готовлю. У меня чуть ли не каждый день какая-нибудь каша на завтрак. Ой, уже кушать хочу сильно прям. Собралась. Мы же перебрали немножко, я уже говорила. С дочерью собралась ехать к Наташе. Жду машину. Вызвала такси. Уже асфальт высох. На улице тепло. Я что-то так оделась. Мне прямо жарко. Такси 57 рублей стоит. Прям подъезду подвезут. Да, это у нас Яндекс.Такси. И вот такие расценки по городу. Оформила, да? Но этот, как его, вот даем. Кто скажет, что ей... А таблетки есть? 57 лет. Угу. Начальница, самая настоящая. Ну, Наташа мокрая. Приехала с моря. Посмотрите, какой у нее загар. Ой, это... Я даже не загорала, Ира. Я у тебя даже нос солнце... сгорел красный. Ну, нос только... Тут он у меня, наверное, от водки, от вина красный. Что там пила и коктейли. Даже не загорала, Ира, сидели под под навесами вот этими, Ира, и нигде. Старалась не загорать, потому что солнце, сама знаешь, какое не очень хорошее. Наташа, но все равно загорела, и спина, видно, загорела. Ну, может быть, то, что даже как ходили вот этому, а так я даже в парео с шеей была. Наташа, на день рождения дочь сделала подарок. На 4 дня вы ездили, да, в Краснодарский край? Анапу. А, в Анапу? Ага. В Анапу, в какой-то курорт супермуперный. Столько впечатлений, вот не переслушаешь. Клуб-отель «Белый пляж». Просто суперский. Кто хочет, может зайти посмотреть, как там шикардосно.
И питание, все включено, ресторанское, и коктейли, выпивка, вино, все это тоже все включено. Перекусы на бар приносят такие вкусные, на бассейн, то есть детский бассейн с подогревом. О, ну, правда, так, до 21, знаешь, можно было бы покруче. Потеплее. Да, ну, до 21 они делают, и все. Ну, может, они не делают большую разницу между... Морем, да, да. Они так и говорят. Да, они потому что перепады-то потом могут плачевно... Питание просто очень вкусное. Каждый день на выбор ты первых. Сколько ты времени сбрасывала 10 килограмм? Ой, с февраль, март, апрель, май, июнь, июль, а у 7 месяцев. И сколько ты набрала за 4 дня? 4 килограмма. Ну ничего, сейчас все равно... 5 набрал, я 4. Вода сейчас сойдет, немножко меньше будет. Может быть. Я пришла, весы там тягала по всей хате, думаю, наверное, где-то неровно стоять, что ли. Не может быть за 4 дня 4... Ну я ж то правда, Ира, и торты ела, и красный бархат, и птичье молоко, и сметанник. Ну что ж, такое все вкусное, Ира. Ну надо же его... А коктейли, коктейльчики, моктейльчики. А привет не хочешь передать? Моим всем привет, да, ну да, всем сразу привет. Как Максик, всем привет, ну, такой да, прямо да. Этот самый, на камеру, когда настроение есть, так он хорошо позирует, когда нет вообще, это что-то с чем-то. Ну, видишь, меня отпустила аллергия. Да. Уже прям все, уже не задыхаюсь. И села в такси, а там этот, ну, вот эта отдушина, которая отдушина, отдушка. И меня как перехватило все. Я пришла, я думала, вообще я задохнусь. Ну, все, буду собираться уже до дома. Так, я жду уже машинку. Уж небо осенью дышало. А солнышко проглядывает все равно. Я зашла вот сюда в Колизей, Наташи, прямо здесь во дворе, купила фарша, хочу котлетки сделать, что-то давно котлет не делала, и хочу сделать котлетки. У меня есть картошка, пюрешка, и что-то мне прямо захотелось. Вот, и сейчас машинка приедет, и я... домой. Сегодня проснулась 4 часа, дети выезжали, ну я там говорила, 6 часов не было, но они же выезжали с Дубовки, и получается, что я показываю, когда я могу и так показать. И, в общем, вчера еле уснула, потому что я всегда и накануне, и пока они едут, спать не могу. Поэтому так спать хочется, еще погода такая, я как сонная курица. Но уснуть я лягу и не усну. Я в своей туничке для леди. Вот, здесь вот из-за того, что сумка, ворот плоховато смотрится. Ну, ничего страшного. Сейчас такая погода, не знаешь, во что одеваться. Я ее одела, и мне очень-очень жарко. Прям очень жарко. Ну, уже домой доеду. А утром было холодно. Да что ты вся перекрутилась? Вот. И когда я провожала детей, я подумала, что холодно и сейчас на улице. Оказывается, не так уж и холодно здесь. Так что я жду машину и еду домой. Приехала я домой. Наташа передала вот такую сладкую жемчужинку. Сказала, чай попьешь дома. Я у нее отказалась, потому что не стала засиживаться. И огурчика вот столько передала. Это я фарш купила. Вот. Попереросли немножко, пока они были ну, на отдыхе. Но ничего, поем. Моя красивая такая многоцветка сидит на улице, просто конец света. А я вышла, только что светило солнце, думаю, пойду куплю хлеба, потому что я кинулась добавить котлетки хотела, а у меня ничего нет. А тут прям ураган какой-то, ужас, вообще ветрюган. Ну вот,
Я хотела вначале пойти туда, где у нас киоск хлебный, вантовский. А потом думаю, нет, там тоже вот такая черная туча. Ну, дождь обещали. Асфальт уже высох. Вот какой ветер. Новые прилавки для хлеба сделали. Так здорово. Этот хлеб у нас пекут сами. Ну, магнит. Фу, чем так пахнет? Я не пешку. А здесь вот так вот интересно. А что же? Тоже сделали. Молодцы. Молодцы. Все для нас. Теперь все в одном месте. Так здорово. Видали, по какой цене хлеб продается? Вот так вот. Пока была в магните, прошел дождик. И солнце светит. И никакой тучи больше нет. Все тучи разошлись. О, как классно!